А вот он. Только сказала, ничего нет. Вот он, красненький. Хороший. Вот такая вот. А вот он гриб. Олень. Вот он какой. А зимон. Там еще дальше. Подосиновик старый. Вот он. Еще вижу. Ну, это тоже старенький. Идем дальше. Еще старенький. Так, а вот он белый у нас. Небольшой, смотрите. Опа. Вот такой вот. Хорошенький. Ага. Сосноголовик. Красненький. Под зонтиком, да? Угу. Берем. Большой, прямо отсюда вижу его. Ножка, наверное, крепкая. Яркий такой. И шляпка большая. Вообще. О. Вон там что сидит, не боровик? Сейчас посмотрим. Ну да. Раз. И вот он второй. Ну это второй червивый, наверное. Хотя ножка, наверное, мягкая. На. Вон там он еще шляпа какая-то большая. Вон она. Ага, беленький, да. Ну-ка проверим. Да. Красный. И вон дальше. Сейчас. Видишь? А? Вот такой вот. Где? Вот, прямо. А, вот это еще красивее, наверное. О. Вообще отлично. Ножка такая крепкая. Вот такой. Опа. Это вообще места хорошие, грибные. О, какой красивый. Немножко отошел от подосиновика. И вот еще беленький. Вот такой вот. Обалденный. Отлично вообще. Да, я еще боровичок хороший нашел. Опять да. Вижу. Высокий подосиновик сидит. Вот это. Смотрите.
на высокой-высокой ножке. О, какая нога у него большая. Охренеть. Все замечательно. Смотрим. Ого, какой. Прятался. И вообще тут места такие грибные. Олень какой длинный. Угу. Кузя, ищи грибы. Ищи. Еще один красавчик. Смотрите, где он спрятался. Раз. Под веточкой. Вот он. Вообще обалденный. Отлично. Надо внимательно смотреть. Очень много грибов. Вот еще. Это подосиновик у нас. Опа. Вот такой высокий. А вот он. Что такое боровик? Такое? Первый раз такое вижу. Угу. Да. Растет задом наперед. Вывернулся. Фига себе. Да, отдельно. Шляпкой наоборот растет. Ножка сверху, шляпка внизу. Муравейник высокий. Угу. Хороший такой муравейник. А вот он молодой подосиновик. А вот это лисичка. Вроде здесь и место сыроватое, да, но нету опять. Да, вот глядит, вон там я вижу, залезло что-то желтое. Прямо. Его когда откинули. Не знаю, где ты видишь, я не вижу. Вон прямо там сидит, желтый. Не, это не подосиновик. Вот это что за гриб такой белый? Дождевик, наверное. Да, дождевик, потом он делается. Я такие просто не знаю. Подосиновики два старых. А вон молодой, маленький, хороший. Видишь? Глянь какой. Серьёзно. Его на еще один цветник. Такой не такой же старовитый. Крепенький. Подосиновик такой белый. Все, заканчиваем наш лесной поход на сегодня.
мы собирали ведерочко грибов. Опять у нас нету. Хотя я думал, может и будут. Люди ролики выкладывают под Москвой. Опята нашли. Но у нас пока что нет опят. О, пчел сколько много. Нектар собирают. Сейчас покажу, сколько мы собирали. О, вышло ведерко, да? Все, заканчиваем видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы поехали домой. Всем пока.